Привет. Сейчас расскажу про свою переделку. Вот ударный такой у меня дремль есть, Эннер Гравер. Да? Переделал я тут болтик, другой поставил. Тут был маленький такой, неудобный. А сейчас под отвертку нормально. Открутил, закрутил и держится. Так, ну что? У меня кусочек гипса есть. Да, мы вот сейчас на нем и попробуем, как он работает. А потом я покажу свою переделку. Так, ну вот, тут есть вот такая шкала. Тут регулируется, насколько она сильно бьет. И вот меньшая единица, большая пятерочка. Ставим на среднюю. А вот здесь сзади она включается. Вот сюда вот, вправо. Ну вот, вот это гипс, сам материал, и вот так вот долбит. Ну что, сейчас основное показываю. Вот купил я такие вот резцы, да, ну это китайский набор. Тут как бы материал плохой, да, для дерева, ну как, самый дешевый. А переделал я именно вот, чтобы сюда заходило, вот я вот такие вот сделал. Тут обточил все, и именно из этого материала сделал. Так, ну что, убираем это. Меняем. Вот мне удобная отверточка, все время откручиваюсь. Опа, открутил. Это убираем. Это ставим. Ну как захочется ставить. Или так можно поставить, или так можно поставить. Он закрутил. Хорошо держится. Ну и как, вот так вот неудобно работать обычно. Обычно я вот так вот беру дремель. Ну как не дремель, вот этот как его аппарат ударный. Ну вот получилась электростамеска. Включаем. Берем следующее, откручиваем сперва. У меня 4 образца есть таких стамес. Вот теперь вот такая вот угловая. Ну, поставим так, даже не так вот, а вот так вот откручиваем. Очень удобно. Этот болтик поставил, но так уж шикарно закручивать. Ну, пробуем. Ну вот, шикарно. По дереву тоже идет, но только надо вот, чтобы хороший материал был. Так, теперь следующий. Вот такие у меня полукруглые есть еще. Один вообще загнутый такой полукруглый. Этот прямой, этот такой. Ну возьмем такой загнутый. Во какой он. Так, одеваем. Вот, держится. Чуть-чуть болтается. Но это вот такой вот сам аппарат. Ну, включаем.
с высохшей, если намочить, очень легко будет идти. Вот такие аккуратненькие прорезы. Давайте еще одну испытаем. Так, вот уголки у меня такие есть. Вот, вот уголок. Вставляем. Закручиваем. Пробуем. Вот такой вот электролобзик получился. Очень хороший в работе. По дереву немного пробовал, но в этом году буду много пробовать, наверное. Это все. Пока.